Наши православные братья, живущие за Дунаем, болгары, сербы, не устояли. И их земли захватили проклятые турки. А дальше? Дальше. Дальше пришел наш черед. Посланник султана Отаманской империи. Карающий меч ислама. Тот, кто выше всех королей и императоров, Баязид Молния. Хочет сообщить воеводе Эмирджи, что отныне он становится повелителем Каравлахии. Великий Баязид, падишах вселенной. Правая рука Аллаха очень удивлен, что воевода до сей поры не склонил перед ним головы. Успокойтесь, бояре, это посол. Скажи тому, кто тебя послал, пусть зря не ждет. Я не умею ползать на коленях. Ну что ж, научим. Посмотрим. И советую тебе молить Аллаха, чтобы мы не встретились с тобой в битве. А теперь иди. Иди! Делать, бояре? Отдадим нашу землю и честь турку на поругание? Или с мечом в руках встретим незваных гостей и будем стоять насмерть за свободу? Я знаю мощь турок, господарь. Стоит им дунуть, и мы гостей не соберем. Брат ли, боярин, рядовой воин, все, кто не хочет биться рядом со мной, могут уйти. Вот он послушает, если ему скажешь, что по юной голову меч не сечет. Молчи, он смотрит. Я не знаю, что мне делать. И на жизнь, и на смерть мы с тобой, господарь. Спасибо, друзья. Мы защитим нашу землю от турок. Нравится вам на войне соколы, мои дорогие? Нравится. Господарь, разреши кое-что сообщить тебе. Говори. Здесь много народу. Говори. Прости, но твой брат Дан убеждает бояр в том, что неразумно противиться турку. А еще говори, ты потерял последний разум, ты толкаешь страну в пропасть. Слушай, Жиркел, мне раньше казалось, что Дан твой самый близкий друг. Разве теперь что-то изменилось? Нет, господарь, но верность твоему величеству для меня превыше всего. Ладно, поставлю вас друг перед другом, и ты повторишь ему все, что сказал сейчас. Поверь, господарь, я сказал правду. К тому же, его высочество Дан отбыл к туркам. Хорошо, Жиркел. Благодарю тебя. Можешь идти. А
Отвратительно, Михаил. Когда предателем становится родной для тебя человек. Встань с колен. Давай поговорим. Расскажи мне, воевода Дан, о своем брате. О брате? Он очень скрытный. Почему не принимает бой? Боится тебя, ясное солнце. Ему страшно. Я жду совета, а не лести. Светлейший султан, я не смею давать советы такому великому стратегу, как ты. Посмотри наверх, господин. Безумец. Что ты причитаешь? Наконец-то хоть одна живая душа в этой пустыне. Кто он? Мирча. Оставайтесь здесь. Ты, Мирча, дерзок. Разве дело в моей дерзости, Баязид? Но я могу лишить тебя жизни. Тогда и твоя страна, и войско останутся без головы. С ними будет мое сердце, но ты этого не сделаешь. И что же меня остановит? Гордость. На Западе скажут, что ты испугался меня, несмотря на огромный перевес в силе. Ты хоть и стремишься завоевать Европу, но мнением ее дорожишь. Европа? Что ты, ее христианские монархи не очень спешат на помощь к тебе. Я снесу их надменные замки, их величественные соборы и накормлю своего коня в Риме на престоле святого Петра. Тебе не удастся остановить меня. Мои сыновья получат в наследство всю Европу. Ты же не так глуп. Нам лучше договориться. До тех пор, пока нога хоть одного чужака топчет эту землю? Нет. Кое-кто думает иначе. Знаю. Но пока жив я, и те, кто думают, как я, нас не покорит никому и никогда. И это любовь к свободе – мое наследство. Пойми, у меня нет времени. Если бы я вдруг остановился, то мои же собственные подданные разорвали бы меня на куски. Я смету все преграды на своем пути. Я был с тобой откровенен. Чего ты хочешь? Говори! Теперь слушай меня, Баязид. Мы живем на этой земле испокон веков. Все, кто хотел покорить Запад, проходили здесь. И возвращались домой тоже по этой земле. Но мы выстояли. А теперь пришли вы. И вас очень много. Вот ты сказал, что боишься своих подданных. Неудивительно. Кто думает о покорении чужих народов, должен сначала свой превратить в дикого зверя. Таков ваш закон. У нас другие законы. Закон доброты. Закон уважения чести и достоинства человека. Даже если ты выиграешь эту битву, я все равно не покорюсь. И везде, на склонах гор, в долинах рек, в лесах я буду уничтожать твои отряды. Мне жаль. Ты выбор сделал.